Меня зовут Глеб. Я живу в детском доме 1 год. Мне тяжело. Больше всего я хочу найти приемную семью. Маленький человек смотрит в большую жизнь. Ручку его держи. Мальчика. В первую очередь, конечно, хочется, чтобы он вот как можно быстрее обрел семью. День ангела. В субботу в 8:35 на 5-м.